Ага, хер там. Ну-ка, давайте поднимем. Оставил кость голую. Так, я надеюсь, ты мне руку не откусишь сейчас. Давай, 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 тянись. Блин, ты чё, упади. Ну давай, хватай. Будь, тихо. Не надо вылезать. Так, что мне это дало? Останки. Кость, покрытая слизью. Отлично. Такие вещи определенно стоит брать с собой, носить в кармане. Так, для чего нам не может пригодиться? Ну ладно, раз взяли, значит пригодится, потому что вот эту вот хрень я взял уже, наверное, лет 100 назад. Не так и ношу ее с собой. Так она и не пригодилась мне. А, это снова ты? Да ты замучил его. Почему он захватил меня? Хотел-то он на самом деле заполучить. Так, у меня есть ощущение, что мне не сюда надо. Потому что... да, потому что это алтарь. А мне нужно в Никтус, что ли, или как там? Давайте посмотрим. Где наша не пропадала. Густая жидкость потекла по языку. Какие больные ублюдки делали эту игру, а? О, светло. О, сука. И играет тревожная музыка. Он сюда идет? Блять, лучше бы оттуда никому не вылезать сейчас. Охереть. Ой, знаете, я сюда лучше потом пойду. Вот нахер, мне все равно сейчас не сюда. Такая разведка может дорого стоить мне потом в будущем. Так. Блин, да дайте хоть назад вернуться нормально. В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. Так, ну и что дальше? Эйр был моим учеником. Моим? Да, я горжусь этим. Так, меня прервали маленько. А, продолжаем. Ладно, хоть зато. Зато отвлекся от всего этого кошмара, что тут творится. А, так, и мне, насколько я понял, туда определенно пока не надо. Мне нужно сюда, потому что там ходит монстр. Блин, да что ж такое-то? Давай, что у тебя там с головой? Легкая головная боль и мелкие порезы. Так, давайте выпьем один, выпьем, чтобы здоровье восполнить.
Так, ну-ка давайте-ка. Ой, что-то я по насяре себе дал дверью прям. Хорошо, что... Что у нас здесь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блять. Если тут есть такая прекрасная нычка, то, скорее всего, тут ходит монстр. И он появится наверняка, как только я возьму этот блокнотный лист. А, ну давайте возьмем. Так, ну. Пока что, по крайней мере, тихо. Ага, еще трутница. Но радует, по крайней мере, что у меня есть нычка. Так, еще одна, это таинственная вещь. Если кто знает, что это такое, наверняка люди знают. Читали разнообразные туториалы и тому подобное. Объясните мне, пожалуйста, что это вообще за цилиндры такие в комментах. Я буду вам очень признателен. Потому что уже практически конец игры, а я так и не понял, что это такое. Я понял, что они вызывают какие-то флешбеки. Ну что же это именно такое, я, честно говоря, не знаю. Так, ладно, чего выходим отсюда? А, вот у нас еще одна настойка опиума. Одна ли? Или еще что-то есть? Так, это у нас что? Сможем разбить, нет? Хё! Нет, крепкая. Да, нам нужно в этот клирос. Это я уж помню. Осторожно, разрезай человека. Ой, больные, больные люди. Но с другой стороны, конечно, несомненно, талантливые. Но больные. Так, тут очень много света и некуда спрятаться. Меня это, честно говоря, беспокоит. Ух ты. А, но здесь опять же нет нычек. И здесь тоже. А, так, трутница. Ладно, давайте тут осмотримся сначала. Где наша не пропадала. Если что, опять в угол затихаримся, отвернемся. Странные пиктограммы. Ой, пентаграммы. Пиктограммы, говорю. Пентаграммы на полу. Здесь, похоже, кого-то приносили в жертву, да? А, пристегивали ногами, руками. А, начался ритуал. Так, мне сюда ничего нельзя использовать. А, я не вижу, честно говоря. Ничего тут мне необходимого. Да. Так, давайте посмотрим в этой комнате, что у нас. Здесь тоже приносили жертвоприношение. Производили. Так, ну и давайте почитаем. 15 августа, 1839 год. Защита, купленная кровью, разрушается. Тень мечется рядом. Ее вой отвлекает меня. Торопись. Времени нет. Нужно убить еще одного. Александр достает нож. Он хочет, чтобы я резал плоть. Сделай это. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль, хладнокровный убийца.
Торопись. Да вы гоните. А можно уйти, нет? Откройте дверь, я не хочу в этом участвовать. Откройте дверь. Блять, тебя хрен развяжешь. Ну чё ж, придется поддаться волне воспоминаний. Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Нанести краску на тело. Резать по линии. Резать плоть. Смотреть, как льется кровь. Пусть идет. Я не сделал ничего другого. Наносить краску. Резать по линии. Наносить краску. Резать по линии. Прошу. Кричит человек. Тихо. Тихо. Засыпай. Я молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сферы? Я сделал это для тебя. А сейчас пусть твоя тень уходит. Закройте дверь. Мне что, туда выйти надо, что ли? Чтобы все это говно закончилось. Александр, времени мало. Мы должны действовать быстро. Я готов на все. Охереть, ребят. Вот это охереть. Я наконец понял, кто такой Даниэль. Даниэль — это та еще сука. Он, блин, стоит этого Александра. Он сам маньячина, тот еще. Резал людей. Вот ты мразь, Даниэль. Поэтому ты молчишь, наверное. Потому что тебе нечего мне сказать. Да уж, вот это поворот событий, конечно, сюжетный. Я подозревал, конечно, с Даниэлем что-то не так. На что он настолько замазан в этой истории. Это охренеть. Ну какого хера? Теперь я просто уверен, что эта история хорошо не закончится. Потому что Даниэль, он по-своему заслуживает смерти. Только не шевелись. Даниэль, ну ты скотина. Да, Даниэль. Да. Клирос. Главный зал. Да. Довольно-таки крутой, я бы сказал, поворот событий. Чё? Вот, вот это жопа. Каковы мои намерения, Даниэль? Спасение. Ты должен был спастись. Но теперь ты жаждешь лишь ненужной мести. Чем ты оправдываешь это? Большим благом? Ты хочешь оказать миру услугу? Это ты вызвал все эти смерти и страдания. Если бы ты смирился со своей судьбой и пал жертвой сферы, когда ее обнаружил, ничего этого бы не произошло. Мое любопытство и эгоизм теперь грозят погубить нас обоих. То есть это Даниэль главная сука? Это Даниэль всех этих людей убивал, пытал и резал, просто чтобы оттянуть свою смерть. Откупался таким образом от тени. Охереть. Так мы и главный злодей. И тень за нами гонится по праву. Так, ну ладно.
эти размышления я оставлю за кадром, но где мы находимся? Я думал, мы под землей, а здесь что-то я не вижу потолка. Кругом туман. Кругом, понимаешь, туман. Возможно, мне надо идти по трубе. Насколько там говорили в главной зале, через эти трубы передаются вопли подвергающихся пыткам людей. Так что, возможно, я иду правильно. Блин, я надеюсь, тут никого нет. Хотя как нет? Тут наверняка кто-то есть. Как же может быть иначе? Блин, это уже просто ад какой-то. Какие-то заросли. Человеческие останки. Пошли все нахер. Как я сюда попал? На кой хер? На кой хер я играю в такие игры в 2 часа ночи? О-о-о. Так, лучше бы там никому не быть. Это что еще такое? О, блядь! Идите в жопу, идите в жопу. Блядь, я же на кресле подпрыгнул. Никогда не думал, что на этом кресле можно подпрыгнуть. Так, мне надо маленько прийти в себя. Это больная игра. Да. Что это? Железная дева или как там ее называют? То есть туда залезаешь, в тебя вонзаются эти шипы. Но я думаю, нажимать использовать тут будет неумно. Поэтому лучше я не буду этого делать. Так, что у нас в этом углу? Фу, блин, вот это я испугался. Вот это охренеть. Ребят, еще раз рекомендую, смотрите это видео хотя бы после 11 в наушниках. Тогда вы поймете хотя бы половину... О, еще одна. Еще один осколок сферы. Хотя бы половину тех ощущений, что получаю я, вы получите вместе со мной. А смотреть днем такое, вы просто не поймете, почему я так дергаюсь. Хотя особо впечатлительно, я думаю, днем накидают кирпичей, то... Блин, ночью, часа в 2, я думаю, это будет особо интересно. Так, я собрал сферу тут, и мне, видимо... Так, сколько у меня кусков уже? Раз, два... Так, 4 куска. Значит, где-то тут еще 2. Ну что, неужели... Множество шипов, они сверкали. Он не сразу понял, что прокололся и глаз. Отличная история. Уроды. Сами психи еще хотят остальных психами сделать. Блять, как я вздрогнул, а? Да. Не судьба. Ой, знаете что, ребят, я, пожалуй, вот тут пока остановлюсь, у меня очередной пересрач, переизбыток чувств, и вернусь к игре через несколько дней. Надеюсь, вам было так же страшно, как мне.
Надеюсь, вам было так же интересно, как мне игра. Пока что мне, несмотря на все мое ворчание, нравится гораздо больше всех остальных хорроров, которые я играл за последние лет 5, по крайней мере. С вами был Артур. Всего хорошего. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.